«Металлург» продуктивно провел недельную паузу в чемпионате. После напряженного начала 2020 года волей календаря команда получила возможность восстановить силы и поработать над физической формой. Впереди самый важный отрезок регулярки. Плодотворно провели эту неделю. У нас игроки, во-первых, которые были травмированы или больные, они подлечили себя. Ну и плюс мы делали акцент на физику. На силу, на физику. И, в принципе, ребята справились с нагрузкой. Сразу после матча «Звезд» я вернулся сюда из Москвы. Хорошо потренировался. Надо готовиться к предстоящим играм. Мы подходим к решающему отрезку. Нам предстоит много важных матчей. Каждая игра будет важна, это точно. Надо режимить, тренироваться и быть готовым на 100%. Деннис Расмуссен представил магнитку на неделе звезд хоккея КХЛ. Для шведа это первый опыт. Ничего подобного ранее в его карьере не случалось. Зарядился позитивными эмоциями, встретил старых знакомых, отлично используя, провел время. А затем продолжил усердные тренировки с «Металлургом». Все прошло очень позитивно. Приятно увидеть других игроков, знакомых. В первую очередь горжусь, что побывал там, на матче звезд. Классная атмосфера, крутые хоккеисты, отличные зрители, классный ивент. Мне очень понравилось, что у него был родной для его страны цвет, желтый. Видно, что он улыбался, он был доволен. И очень приятно, что Деннис представлял наш клуб на «Игре всех звезд». Отличные новости пришли накануне из Лозанны. В составе юниорской сборной форвард Илья Квачко и голкипер Сергей Иванов стали обладателями олимпийского золота. В финале разгромлены американцы, в активе наших парней ассистентский балл в одной из четырех шайб финала, а также сухарь. Иванов сохранил свои ворота в неприкосновенности. В штабе основной команды следят за успехами молодежи. Да, это ближайший нас резерв. Мы знали, что у нас они хорошие, у них есть задатки перспективные. И очень приятно то, что у нас сборная выигрывает золотые медали. Ждем с нетерпением, чтобы ребят похвалить, поддержать и сказать, над чем работать дальше. Для них самое главное еще больше, и ты еще больше и сильнее работать над собой, становиться лучше. Это только только начало их карьеры. У «Металлурга» впереди выездные матчи с западными соперниками. Уже в пятницу «Магнитка» сыграет в Нижнем Новгороде, а затем переместится в Балашиху, где встретится с «Авангардом». Будет непросто, но настрой на эти игры решительный. Что «Торпедо», что «Авангард» очень тяжелый соперник, очень хорошо играет в быстрый хоккей. «Торпедо» очень опасно контратакует, терпеливо играет в обороне. Но «Авангард», в принципе, уже который год играет в этот агрессивный хоккей. Форчек, бэкчек, блокированные броски. В принципе, в нашей ситуации в этом сезоне у нас каждая игра она самая важная, и каждую игру нужно победить, потому что очки нам нужны на вес золота. И все, что касается уже окончания чемпионата, сейчас, опять же, очень важно поймать свою игру, поймать уверенность и набирать очки.